Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 58 на странице 27. Рабочей тетради по математике для 3 класса автора Маро. Вычисли значение выражений. Чтобы выполнить это задание, давайте сначала вспомним порядок выполнения действий в выражениях, имеющих 2 и более действий. Сначала выполняются действия в скобках, если они есть, затем умножение или деление по порядку, и затем только сложение и вычитание также по порядку. 18 разделить на 9 умножить на 7. 18 разделить на 9 равно 2. 2 умножить на 7 равно 14. Произведение чисел 8 и 3 прибавить произведение чисел 5 и 4. 8 умножить на 3 равно 24. 5 умножить на 4 равно 20. 24 плюс 20 равно 44. 43 плюс 20 минус 5. 43 плюс 20 равно 63. 63 минус 5 равно 58. 49 минус частное число 27 и 3. 27 разделить на 3 равно 9. 49 минус 9 равно 40. К сумму чисел 17 и 4 разделить на 3. 17 плюс 4 равно 21. 21 разделить на 3 равно 7. 36 разделить на разные числа 13 и 4. 13 минус 4 равно 9. 36 разделить на 9 равно 4. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.